Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство 360-CAM G500H. И сейчас я покажу вам, как подключить эту камеру к вашему iOS-устройству. Итак, вначале вам нужно открыть App Store и здесь скачать приложение под названием 360-CAM. У меня это приложение должно было быть скачано, что-то оно не скачано, ну хорошо. Нажимаем «Установить», вписываем пароль от вашего iCloud, ну вы от своего, я от своего. Если у вас установка без пароля включена, я вас поздравляю. Мне приходилось вписывать. Итак, собственно, вписываем пароль и ждем установки. Отлично, приложение наконец-то скачалось. Открываем это приложение. Вот, он запрашивает сразу разрешение. Разрешаем все, что он хочет. Идем далее. Нажимаем «Использовать», «При использовании», окей. Все, теперь что делаем? Нажимаем «Добавить устройство», «Видеорегистратор», «Подключиться к Wi-Fi», «Видеорегистратора» нужно. Как это делаем? Мы заходим в приложение «Настройки», затем выбираем Wi-Fi и ищем здесь 360-CAR. И подключаемся к этой сети. Если у вашей сети по какой-то причине стоит пароль, и он запрашивает какой-то пароль, нужно сделать следующее. На видеорегистраторе дважды нажать вверх, чтобы перейти в настройки. Нажимаем «Основная информация о Wi-Fi» и видим здесь пароль. У меня пароля нет. У вас, если стоит пароль, то он здесь будет написан. Собственно, вот. Подключаемся к этой сети. Затем видим первое подключение, вот в нашем приложении уже выскочило, а спрашивает наша камера, действительно ли вы желаете подключиться к телефону. Мы нажимаем «Да», iPhone наш думает пару секунд, и все, и теперь у нас все подключено, и мы можем видеть, собственно, прямую трансляцию с нашей dashcam. Но важно понимать, что каким образом осуществляется это подключение. Не потому, что эта камера подключена к интернету. Нет, ни в коем случае она к интернету не подключена. Этот телефон сейчас подключен к камере по Wi-Fi. То есть камера раздает Wi-Fi, и телефон подключается к этой камере. То есть не получится сделать так, чтобы, например, у вас есть водитель, там, не знаю, фуры, такси на вашем автомобиле едет. Это не работает таким образом, что вы ставите эту камеру ему в машину и можете мониторить, где он сейчас, что он сейчас делает, как он едет и так далее и тому подобное. Нет, к сожалению, так это не работает. Зачем эта функция нужна, я точно сказать не могу. Мне лично кажется, что это не особо полезная вообще, в принципе, функция. Но она есть, я о ней вам рассказываю. И сразу о всех минусах. Лайк за честность, подписка за полезную информацию. И до скорых встреч. До свидания.